Друзья, всем привет! Ну что, в прошлом видео мы с вами распотрошили вот этих вот две больших огромных орхидеи. И я сказал, что заинтриговал, что сделаю экспериментальную посадочку с этими двумя орхидеями. Но, вы знаете, я посидел, подумал, посмотрел. Посмотрел, что у меня есть в наличии, надеялся кое-что купить для этого, но мне это не попалось в магазине, а у меня этого нет. Поэтому вот эти две, ну, честно скажу, недешевые две орхидеи, все-таки решил посадить в старый, добрый, дедовский метод, надежный, как автомат Калашникова, прям вот что ни на есть, самый оптимальный для этих орхидей. У нас, кстати, есть пару орхидей, которые мы тоже вот так из мха достали, крупные такие слоники были, но они были подростки. А это, друзья, ну как подростки, то есть еще не цвели они, да, они у нас в первом цветении зацвели, вот они на заднем плане, стоит панда белая огромная, да, мы ее из мха достали и посадили ее в орхиату, и рядом еще чеширский кот у нас точно такой же. Но там мы сажали, друзья, их в горшки, в обычные стандартные вот такие вот горшочки, соответствуя их корневой системе. В нашем случае, друзья, орхидеи, которые мы распотрошили, они вот в эти вот большие горшочки, ну, просто не помещаются. Посмотрите, тут корневая система не входит в этот горшок. С плоским донышком я горшки нашел на размер побольше. Прям специально поехал в магазин. Но, к сожалению, друзья, мутный горшок, корни не особо будет видно. То есть мне не очень. Я вроде купил, думаю, ну пересажу вот в эти вот горшки. Подумал, посмотрел, но мне не очень это нравится. Это вот, знаете, если я прям вот, ну, что-то такое не особо для меня важное. Эти орхидеи мне очень важны, потому что это две обалденных, просто роскошных бабочки, небюджетной цены. Две таких взрослых орхидеи, поэтому, вы знаете, я вот их поставил в прошлом видео вот в эти вот колбы, да, вот в эти вот, не колбы, а кашпо для орхидей, крупненькие, да. И, на мой взгляд, они вот по размеру самое вот то, что ни на есть, подходит. Поэтому мы вот сегодня в эти вот горшочки посадим эти две орхидеи уже накатанным методом. Накатанным методом одну орхидеечку вот возьмем сейчас и первую пересадим. На дно возьмем опять, как всегда, друзья. Все гениальное просто, да, и все... Хорошее новое, это старое, забытое все старое, да. Беру мох, как всегда. Значит, по поводу мха меня спрашивают. Ты молодец, говорит, берешь, сажаешь живой мох. Нет, друзья, это не живой мох. Это мох уже мертвый. Просто он, ну, немножко, знаете, это, полувлажный. Я его держу таким полувлажным, чтобы он не пересыхал и хрупким не становился. Потому что когда совсем хрупкий мох, то есть я его подсушил, а потом пшикалкой попшикал, чтобы он влажненький был в емкость, в большую. И там влажность в емкости содержится, как бы, и он такой, знаете, полувлажный. Это для того, чтобы когда вот он сухой, начинаешь его брать, а он ломается и измельчается. Поэтому мне это не надо, я его держу таким полувлажным. Меня спрашивали, можно ли влажный, точнее не влажный, а живой мох, не лучше ли будет живой мох в качестве фитиля использовать. Друзья, я уже говорил, высказывал свое мнение, я пробовал живой мох, именно вот прям живой мох. Он живой, растет, значит. Но сам по себе он воду не поднимает, он сам пьет воду, он в себя впитывает воду, но он же живой, он по живым тканям эту воду не транспортирует наверх. Но это, опять же, друзья, сугубо мое личное мнение, поэтому я прям вот живой мох не засовываю в эти посадки. Хотя сам по себе живой мох, он очень хорош тем, что он... Против грибков и бактерий. А вот, вот такой уже мертвый, подсушенный и потом увлажненный, он, конечно, в первую очередь от бактерий. Потому что именно такой мох в первую очередь использовали для перевязок в древности, да, от бактериальных вот этих всех загниваний. Но, значит, на такой мох может хорошо грибок садиться.
грибки, да, грибки. Поэтому и рекомендуют вот такой мох обрабатывать этим фитоловином, да, то есть антигрибковым, антибактериальным средством. Еще, значит, были вопросы такие по поводу этого мха, что он быстро пересыхает. Друзья, на самом деле, мох, он, в этом его весь и кайф, то, что он хорошо принимает воду и хорошо ее отдает и аэрируется. В этом вся его и фишка. Но кайф его в том, что делая его разной плотностью, да, уплотняя сильнее или разрыхляя сильнее, мы таким образом делаем, будет ли он быстрее просыхать, будет ли он дольше просыхать. Вы посмотрите посадки орхидей, которые приходят из Азии, как там уплотнен мох. Как он в стаканчиках размера 2-2,5, да? Как он уплотнен мох. То есть он не быстро просыхает на самом деле. Он держит, если намочить его хорошо, он держит достаточно долго влагу, поэтому без проблем. А если его разрыхлить, он будет быстрее аэрироваться и, соответственно, быстрее будет отдавать воду. Вода будет быстрее испаряться. Поэтому подумайте над этим, прежде чем делать, вот жалобы были на то, что вот сделали кольцо, а оно быстро просыхает. Поэтому, друзья, уплотняйте его, делайте тугим и таким плотненьким таким, чтобы в нем подольше задерживалась вода. Вот и все. И вы уже со временем поймете, какой плотности, какой нужен мох. То есть у меня даже видео было на канале, я рассказывал в двух видео, можно найти, как я подружился с мхом. То есть я его специально намачивал, уплотнял, засекал время, сколько он в моих условиях будет, как долго будет он, ну, как сказать, просыхать. Да, вот смотрите, все, мы сделали вот такой вот дренажный слой, пока я разговаривал, да, из, ну, вот так вот сделали на дно керамзитик. Немножко подуплотним его. По большому счету он большого значения не имеет. Почему? Потому что у нас по большому счету вода долго не будет, не будет контактировать с грунтом. Поэтому я небольшой слой закинул керамзит, потому что вся вода на время здесь опустится и потом ее вытянет мох. Беру влагоемкую археату, друзья. Буду использовать сегодня опять археату. Наверное, самая оптимальная кора, друзья, на сегодняшний день. Так, делаю плацдарм, чтобы вам все было видно. Достаю орхидеечку. Придерживаю сейчас мох вот так вот, оп, рукой. И опускаю нашу красотку вот таким макаром. Вчера в прошлом видео мы ее даже здесь и подкручивать не надо. Корни хорошо так легли, в отличие от других горшков, прям замечательно сюда все зашло. Все, вот так вот мы ее держим поглубже. И теперь я все это дело, друзья, засыпаю археатой. Я прям душно у нас сегодня, наверное, грозу нам обещают. Вот. Да, поэтому прям накануне грозы, друзья, душно. Так, ну и все. А теперь начинается тетрис. Орхидейный тетрис. Вот. Все самое интересное. Берем и начинаем закидывать эту кору. Вот. А экспериментальную, друзья, посадку, которую я хотел сделать с этими орхидеями, мы с вами сделаем на других орхидеях тоже. Недавно полученных, мы вместе с вами эти посадочки сделаем, потому что я их в уме держу, я обязательно все, что необходимо мне, приобрету, и мы с вами это дело все провернем. Я уже смотрел еще, по-моему, на Ютубе подобного никто не делал, поэтому мы обязательно с вами все это дело сделаем. Вот так вот все, быстренько, аллюром. Особо не, друзья, без фанатизма. Вот. Тут, как говорится, чем проще, тем лучше. Но эта простота, друзья, должна быть оправданная. Да?
То есть все, что мы не делаем, оно должно быть для чего-то. И потому что, а не просто так, знаете, что я делаю, потому что так хочется. Или я делаю, потому что так модно. Или я делаю, потому что так все делают, да? А здесь так, конечно, это дело не прокатывает, потому что у всех разные условия, у всех разные возможности траты времени за орхидеями, у всех разное все. Поэтому здесь мы делаем исключительно, потому что мы сможем ухаживать именно вот таким макаром. Так, ну, вот примерно, друзья, вот такая вот у нас получается конструкция. Выравниваем ее. Так. Ну, сверху можно, кстати, друзья, сверху можно крупные куски коры положить вот здесь. У нас фитиль, смотрите, прям нормально. Мы ее, я не заглубляю, хотя можно, конечно, еще подсыпать архиаты немножечко. Вот. Еще подсыпать, в случае чего, в принципе, можно потом ее удалить. Я не планирую эту орхидею поливать замачиванием, да, я планирую ее поливать вот именно фитильным способом, да, наливая какое-то количество воды на дно этой орхидеи сюда, да, и фитиль уже будет подымать и смачивать корневую систему. Тем более, что, наверное, четверть этой корневой системы сейчас касается мха. То есть орхидея достаточно будет получать влаги. Сама по себе корневая огромная. Все, с этой орхидеей мы отстрелялись. Теперь со второй мы сделаем все точно так же. Крупненькая такая, смотрите. Но у нее, конечно, больше листвы, чем больше листвы, чем корней. Корней, конечно, поменьше. Ну, хотя, конечно, это условно сказано, что поменьше. Орхидея, конечно, прям слоник-слоник. Очень большая орхидея. Так, ну, беру мох опять. Вот, мох. Значит, что делаю, друзья? Когда ко мне мох живой приходит, я его... Вот я уже рассказывал, что я там заказал мох. Я его, конечно, сперва подсушу. То есть он высохнет у меня до такого прям... Разложу его пучками, да, ровненькими. То есть не целый комок буду. Но я покажу, если интересно, друзья, я вам покажу. Напишите в комментариях, интересно вам посмотреть, как я готовлю мох, сушу его, подготавливаю. Вот. Живой мох нужен для реанимации. Наращивание корней орхидеям, реанимации прям совсем деткам. Вот это да, живой мох, он хорош в этом плане. А для посадок, для закрытых систем живой мох нужен лишь только, может быть, ну знаете, для какой-то эстетики, что ли, чтобы в прозрачном горшке рос дополнительный какой-то там... Дополнительная какая-то росла живность, что ли, да, там, вот, вот это да, может быть, будет интересно и красиво в этом плане. Так, это у меня мелкого керамзита совсем не стало, пора опять отправляться в Леруа Мерлен за мешком керамзита, я 30 литров покупал, все уже израсходовал. 30 литров обычного строительного. Вот, кстати, на вопрос, значит, отвечаю. Меня спросили. Ты говорил, что керамзит хорошо передает по своей поверхности. Сейчас я покажу. Хорошо передает по своей поверхности влагу. Вот смотрите, два разных керамзита. Один дренажный, вот такой вот. Он легкий. И пористый, друзья, он плохо передает воду, практически не передает. Если его положить в воде, он будет лежать в воде, всплывет и поверхность у него высохнет. А вот есть вот такой вот керамзит строительный, он прям тяжелый, он такой прям как, знаете, он плотный, он как кусок запеченной глины. А вот как раз вот такой в Леруа Мерлен я и покупаю, он светлый такой, прям вот, ну, коричневый. А вот это какой-то вот он земляной.
и легкие. И вот, вот этот вот плотный, тяжелый, глиняный такой керамзит, он хорошо передает капиллярно по своей поверхности. Он даже тонет. Он напитывается и тонет. А вот этот вот он плавает и не тонет. Понимаете? То есть разные керамзиты. Это вот мне в комментариях одна зрительница написала, сказала, ты раньше говорил, что керамзит хорошо передает капиллярно. Да, передает, но не весь. И большинство керамзит, который продается в цветочных магазинах, дренажный, он не передает, он слишком рыхлый, он слишком легкий. Вот, к сожалению, для новичков вот это и явилось такой, знаете, камнем преткновения, когда орхидеи стали сажать в такой керамзит, и он быстро аэрируется, воду не передает, фитиль не работает, и корни стали пересыхать у людей. Поэтому вот это вот, да, проблема. Поэтому я перестал его рекомендовать как грунт, который хорошо можно использовать для фитиля, для самого фитиля. Да, то есть, ну я уже рассказывал на эту тему. Поэтому керамзит керамзиту рознь. А кора, она вся, и та, которая поплотнее и не обработанная, она со временем становится очень хорошо влагоемкой и хорошо передает влагу. Керамзит со временем не становится хорошим. Та кора, которая обработанная, выпаренная, как архиат, она быстрее начинает передавать органику, воду, точнее, по капиллярной системе. Кокосовые чипсы, кокосовое волокно и мох, те сразу, с первого раза начинают воду передавать. Их в этом плане очень хорошо используют. Мне еще написали в комментариях, мол, возьми вместо, попробуй в закрытой системе кокосовое волокно. По примеру, одного из автора канала, который использует, на дно кладет. У меня нету, друзья, у нас в магазинах нигде, никогда мне не попадалось кокосовое волокно. Там, где я посмотрел на сайтах, где продается это кокосовое волокно, оно стоит, я бы сказал, не из дешевых таких, знаете, компонентов. Это раз. И, во-вторых, исходя из тех объемов, в которых сажаю я орхидеи, мне это кокосовое волокно будет очень и очень дорого. Поэтому, сейчас, подождите, корни уперлись, я в сторону их хочу, они уперлись в выемку. Я их хочу в сторонку, чтобы орхидея поглубже села, вот, видите, чтобы не на эту выпуклость. Так, ну вот так. Вот. Поэтому я использую, еще раз говорю, то, что доступно прежде всего мне, да, то, что продается в магазинах. Вот. А бегать за кокосовым волокном, у меня особого желания нету, и рекомендовать его тоже особого желания нет, потому что, на мой взгляд, это не один из самых доступных, компонентов. Я даже раньше, например, архиату не использовал и не рекомендовал, потому что она тоже была не особо доступная. Всегда был мох у нас доступен в магазинах. Я всегда его использовал и показывал, как можно использовать даже самый обыкновенный, самый дешманский мох. Кору мы тоже использовали, применяли очень хорошо. Причем любую кору, и она у меня до сих пор имеется в моих запасниках. В некоторых посадках я ее применяю. Да? Вот. Мох сейчас тоже стал доступный, хорошего качества мох, продается, пожалуйста, цена тоже 40 рублей, 40-50 рублей, там, везде по-разному, там, от 40 до 60, вот, но цена такая вот, как у нас, например, в Люра Мерлене, гнилой мох, продается там по 40 рублей, сейчас хороший живой мох можно купить за такую же цену в интернет-магазинах. Как и архиату сейчас продают везде. Можно найти, цена в среднем плюс-минус, да. Качество одно и то же, просто в мешках она, на заводе производится. А те, кто продает ее фасованную, некоторые продавцы
чтобы ублажить свой, ну и правильно это, вот, ублажить своим клиентам, они сами ее вот не просеивают, а отбирают, вот такие вот убирают куски дерева, именно не коры, а вот дерево, щепу. Вот, тем самым мусор убирают, делая ее более качественной, тем самым, как бы, знаете, ну, приваживая к себе клиентов. Это правильно, молодцы. Так и должно быть. Вот я перебрал мешок, скажу, наверное, процентов 5 от объема мешка археаты, ну, как бы мусор, да, вот как бы мусор. Понимаю, что по-разному от партии к партии, по-разному некоторые говорили, что бывает, что архиата там и чуть ли не 10% мусор. Ну, возможно, не спорю, но мне вот пока так не попадалось. Вот. Так, ну что, вот такая вот у нас получилась этого пыльного коня засадить. Он такой прям, хоть у него и корни поменьше по объему, но, точнее, ну да, по объему, они все-таки более, так, знаете, кучей такой росли, что она так села высоко у нас, эта орхидея. Вот, но, вы знаете, она так хорошо у нас, так, я ее шатаю, она у нас плотненько подсела прям, вот так. Да, посадка у нас будет не глубоко, но зато вот так вот. Так, ну вот, в принципе, и все. Основание мы видим. Я уже рассказывал, что, возможно, эту орхидею мы в будущем разделим, потому что она прям вот напрашивается. Вот. Ну, посмотрим, опять же, посмотрим. Так, ну вот она вроде бы нормально, да, сидит. Я ее качаю, она вроде, ну, не это самое, не выпадает. Плотненько сидит. Вот так вот. Так, друзья, ну все, я прям уже это, взмок. Вот, все, у нас посадочки закончилось. Значит, через, ну сколько? Да я думаю, что завтра, а может даже уже и сегодня, наверное, завтра, сейчас уже темнеет, ну, у нас уже вечер, я воды налью вот сюда, хотя нет, первый полив у меня будет полностью, залью вот так вот воды полностью и аккуратненько солью, придерживая поверхность, вот так солью, вот, в общем, два полива следующих будет у меня, буду разрабатывать архиату, да, и по мере ее разработки, просыхания, намокания, но это все видно будет, друзья, я все покажу. Вот, уже перейду на просто подлив сюда на дно водички и все. Так, вставляю бирочки. Это у нас I've seen Spot Leopard, да? Вот этот у нас Spot Leopard, да? Нет, Spot Leopard, вот он. Вот этот, да? Если я не ошибаюсь, Spot Leopard, крупный который, вот он, вот. А это у нас Ice Cream, друзья, это у нас Ice Cream, пилорик, Ice Cream, вот он, все, друзья, два слоника мы пересадили, вот, вот такие вот, два красавца. Всем, друзья, хорошего настроения, всем добра, здоровья, до встречи в следующем видео, всем пока-пока. Экспериментальную посадочку мы обязательно с вами сделаем, потому что это я прямо вот сам хочу посмотреть, как это будет работать. Всем пока!